Алло. Здравия желаю, Равиль Закарович. Это Анатолий, комендант Дома правительства. Здравия желаю. Равиль Закарович, а вы у себя? У себя, но скоро уезжаю. Что-то срочное? Да, у нас здесь, как мне сказали, подразделение Моторолы, ну, будем говорить, забирает, ездит по отделениям банка финансовая инициатива, ну, и забирает деньги и золото. 4-5 человек с вооружением. Взяли одного регионального представителя, у которого есть ключи. И вот по отделениям банков ездят и забирают деньги и золото. Да, Петрович. Степаныч, смотри, какая ситуация. Подошел ко мне министр наш финансовых сборов Ташкент. Ну, ты знаешь. Да. Вот. У него печальная ситуация. Шахтерские Торези, чечены, которые там нарисовались, устраивают блокпосты, начинают снимать деньги там с людей. Вот. Когда он к ним подошли, начали спрашивать, кто они представляются как контрразведка, летучая мышь. Вот. Там, ну, чтобы ты правильно понимал, около 2 миллионов гривен ежедневно. Вот. И количество их там немалое. Для того, чтобы это самое... А там же Рома Гроза, который говорил, я тут, блядь, самый главный.